Семейный портрет на фоне моей жизни. Открытием персональной выставки под таким названием свой юбилей отмечает еще один известный в округе человек – Тихон Сидейский. Сегодня ему 85. Гостей-именинник принимал в Центре народного и декоративно-прикладного творчества. Его судьбе можно позавидовать. Удачная карьера, дружба с известными людьми, космонавтами, политиками, писателями, многочисленные награды правительства и целая коллекция именных памятных подарков. Семейный портрет на фоне моей жизни. Семейный портрет. Поэтому, конечно, для меня самое главное богатство, самое главное, что есть такое в моей жизни, это семья моя. За плечами Тихона Сидейского большая трудовая биография, активное участие в общественно-политической жизни Ненецкого округа. Его имя вписано в историю НАО и как комсомольского партийного лидера, и как председателя Ненецкого окружного исполнительного комитета народных депутатов.